Следующее. Роман пишет 3 часа назад. На видео геморрой устранения. Я как раз там рассказываю, что у меня геморрой появился на 20-м году жизни. Еще, по-моему, и 20 лет не исполнилось. На 20-м году жизни после того, или может исполнилось, но это был какой? Это был 84-й год. Ну да, это было на 20-м году жизни, август, и потом пошел 21-й год, так я для себя уже уточняю. После того, как мне сделали аппендицит, вот вроде бы, сделали аппендицит, и чё, как бы сказать, а как говорится, через плечо, внедрение в организм, это серьезнейшее внедрение, и, возможно, для кого-то там, и благо, если там это действительно сильно там связано с жизнью и смертью, то я там согласен. А для других это может быть, знаете, у меня практически, вот, я бы не сказал, что там воспаление было, он вот разболелся, я сам видел его, рассказываю, вот такая вот, значит, кишка толщиной примерно вот в палец, вот такого вот размера, и там небольшой кровопотек, то есть никакого гнойного ничего не было. Вот. То есть вырезали здоровый, можно так сказать, аппендицит, в котором вот такая вот вещь случилась. Кого винить? Врача или так далее? Ты там по своему незнанию, неопытности попил этой водицы, ейской водички попил, там вода не особо. И вот это вот случилось. У одних просто пропоносило, а у меня вот так вот случилось. Ну, дальше там бы прошло, но... Что случилось, то случилось. И после геморрой. И кто виноват? Кто там, кого там это самое? Винить, где там страхи, где там риски, где там еще что? Ну, если у тебя голова не сработала, сказал, согласно медицинским показаниям, делаем то-то, то-то, то-то. И получи вот это вот, которое ты понес на несколько десятков лет. А вот Роман пишет, а у меня после грыжи, то есть я так понимаю, что там грыжи ушили или еще что-то там. То есть организм вообще человека считается, что это хорошо изученное, как бы сказать, образование. Возможно, с точки зрения обычной анатомии, это и хорошо изучено. Но существует и другая анатомия, так называемая тонкая. И что там перерезается, когда там вот эти все эти вещи делаются? Об этом мало кто знает. А в результате возникают вот такие вот вещи. Это опять-таки повод задуматься. Не хаять все это, не отметать вот такой-сякой. А повод задуматься над этим.